Вот Осетия. Здравствуйте. Улыбнитесь, ты убери. Здравствуйте. Это что такое? Вы стали виновником. Или, да, может быть, да, просто дорогу туда проложили. Заснули за рулем? Сейчас есть два варианта. Или тебе разобьют камеру? Ага. Ага. Не, ну ты это уже насилие будет. Ты за это могу закрыть. Я признал, что я был неправ. Угу. Ну. Все. Ехали, смотрим, едет на нас удар. Все. Все, а вы пострадали, нет? Мы нет. У вас никто не пострадал? Ну, все хорошо. Были пристегнуты, поэтому как бы никто не пострадал. Вообще молодцы, трезвенники, язвенники. Дверь закрой. Выходи из машины. Это моя отказ. Машина. Ключи давай сюда. Машину отказ. Закрой. Сюда, давайте закроешь. Окна закрой. У меня как бы продуло. Все закрой, из машины выйдите. Тут окна закрываются. Тогда, я знаю, когда окна закрываются, из машины выйдите. Все готово. Пошли. Улица. Разводская. Вы будете предупреждены специально о последствиях. Чего? Травмы. Перекрёсток, смертельного случая. Я, напиши, да. Вследствие дорожно-транспортное, которое произошло здесь, водитель Мазды ехал прямо. Но тут друг нетрезвый житель города Санкт-Петербурга, который нарушил закон, употребил алкогольные напитки и въехал прямо в автомобиль нашего порядочного жителя. Позором нетрезвых водителей. Надо их призывать к ответу. И надо их все время, блин, наказывать за употребление алкогольных напитков за рулем. Потому что я постоянно езжу за рулем трезвый. Я не употребляю алкогольные напитки за двое суток до управления автомобилем. Потому что, ну, ты едешь за рулем, мало ли человек выскочит, собака выскочит. Любое животное может выскочить за рулем, когда ты едешь. И чтобы ты успеть среагировать, потому что я сам по себе знаю, что ты, ну, реакция заторможенная. Так когда ты едешь трезвый, то, ну, должен контролировать ситуацию. И если ты не контролируешь ситуацию, вот, пожалуйста, человек не контролирует ситуацию. Так что даже не думай, я сразу согласился. Машина застрахована, нет? По каску? По каску? Нет. Да какая разница, каска бухой. Да бывает, что-то в самом деле. Уже, это, наверное, не настроено. Уже, так просто дыхнул бы туда, да и что. Понятно, что я пиво пил при вас. Ну, я просто заработаю от 100 в месяц. Так. Блин, не веришь? Я работаю дежурным на насосной станции, зарабатываю червонец в месяц. Сколько? 10 тысяч. А как жить? Так, трубка новая, я свидетель. Это прикол, мне придется еще около сотки отвалить, чтобы мне прав не лишили. Это сигнал будет, полный выдох, легкий набирать. Я понял. Я сдать. Нет, сейчас подожди, позвоню, ну, скоро спрошу. 1-3-4-8. Реальное алкогольное опьянение. Стоп, спорю. Давай по факту. Я ни с кем разговаривать. Не надо, просто ему объяснить ситуацию. Что ситуация? Мы же все объяснили. Ну, объясните вы ему. Что-то изменится, что это? Да. Телевизоре посмотрит. А они сейчас 100 тысяч привезут. Так 100 тысяч водителю привезут, а вот еще 200 гаишников, все нормально будет. Вот решаю вопрос. Саша, решай вопрос, пожалуйста. Не берут они. Даже я ему говорю, что инспектор, не инспектор. Не берут вообще. Тут целая делегация даже не снимает на камеру. Да, я вот. Тут спрашивают, как вам 6-1 сделать? Что это такое? Он не знает, что это. Хоть 6-9 говорит. Просто сейчас я временно отвлекся. Он сказал, ну похеру на твой 6-1. Даже на 6-9 ему похер. Ну, какой суровый представитель ГАИ. Я должен ему сейчас сказать, что с ним разговаривать, со звонить ГИБДД, да? А не Кингисепп. Вот, да, Кингисеппский. На дверях даже написано. Да. Пока я буду в больничке, решаю вопрос, ладно? Да. Вдруг тебя признают трезвым, все, давай. Невиновным. Константин Сергеевич. Я не буду никому ничего рассказывать, я просто денег отдам и все. Так базару нет. Специально до отрезвления. Ну, ты крутой таксист, ты что ж спорить-то? Я зачерпнусь на работу, я работаю на государственный кусок дороги. Протокол отстранения не буду. Подписывать не будете? Нет. Должен подписать. Ага. Протокол о чем? Протокол отстранения от управления транспортным средством. До отрезвления вы отстраняетесь от управления. Я понял, что я отстранил. Заметь, я молчал. Это подпись за копию данного административного материала. А, это не то. А, вон акт.
Так. Здесь? Продували прибор. С показаниями прибора согласны? Чек. Чек у вас будет на руках. Также с моей подписью, с подписью. Ну, чек почти как в пятерочке. А понятых покажите мне. Вот один понятой и вот со скорой второй понятой. Так, Сергеич, подпись за копию данного акта о свидетельстве на состояние опьянения. Скажу, то, что здесь скажу честно, мне сказали, это не подпись. Ну ладно. Я не знаю, что такое 6.1. Я тоже не знаю, что такое 6.1. Для вас. Мне абсолютно обязательно. Закон 6.1 такой. Не знаю. А он мне потом сказал 6.9. Закон изменился в последний момент. Нет, вот здесь я подписывать не буду по одной простой причине. Если я здесь сейчас подпишусь, как мне объяснили. Если вы здесь не согласны, я этот чек буду прикладывать к направлению на медицинское свидетельство, он будет вас направлять. Если вы откажетесь, это будет отказ от меда свидетельства. Вот, отказ, да, все это плохо. Слушай, а тебе без разницы. Вы в данном материале будете ставить копии или вы подписи свои ваши? Ведь за копию внизу, копию вот здесь на руке, сейчас сразу вам ее отдадим. С результатами свидетельства не согласны, потому что прибор показывает? Нет. Почему не согласны? Значит, здесь пишите. Он врет, я пьянее. Пьянее. То есть он трезвее показал, чем вы находитесь. Так тебе подфартило. Пропись слова. Если согласны с результатами, согласен. Если не согласны, не согласен. Просто напиши не согласен, да и все. Мне сказали, что. У вас есть свое мнение? Вам сказали, что. Да. Мне сказали, Кость, закрой машину. Так. Сотрудники ГИБДД должны закрыть твою машину. Они берут ее на ответственное хранение. Так как ты едешь в больничку. А я еду сейчас в больничку. Заберите его в больничку, да и все будет. Так я еду сейчас в больничку. Вы отказываетесь здесь подписи ставить какие-нибудь? Да. Все. Не ты слышишь? Вы с результатами там не согласны ввиду того, что не хотите подписывать? Я на медицинской, к наркологу. Нифига. Я подпишусь у вас и согласен. Держи сразу копию. Копию. Включись.